В Самаре на базе строительно-энергетического колледжа по федеральной программе «Профессионалитет» прошла торжественная церемония открытия образовательно-производственного кластера строительно-энергетической отрасли. 8 среднеспециальных учреждений и 8 ведущих предприятий области объединяют свои усилия, чтобы студенты сперва получили качественное образование, а затем и гарантированные рабочие места. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Этот день знаний в строительно-энергетическом колледже особенный. Учреждение стало базовым для образовательно-производственного кластера строительной отрасли. Уже с сегодняшнего дня студенты начнут обучение по образовательным программам профессионалитета с целью дальнейшего устройства в крупной компании региона по своему направлению. Я рада присутствовать сегодня на открытии строительного кластера. И это историческое событие, безусловно, очень важно для всей строительной отрасли Самарского региона и нашей страны. Преподаватели и сотрудники организации партнеров прошли необходимую переподготовку и повышение квалификации, чтобы обучать будущих специалистов в комфортных условиях. В колледже созданы универсальные мастерские, оснащенные современным производственным оборудованием. Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования обучающихся системы среднего профессионального образования к потребностям рынка труда в этой сфере. Он основан на тесном взаимодействии между предприятиями и колледжами. Работодатели участвуют в партнерском управлении образовательными учреждениями и предоставляют производственную базу для приобретения практических навыков. О важности развития партнерских отношений и выстроенной системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями неоднократно говорил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Это новые классы, это новые мастерские. И я здесь хочу выразить слова благодарности нашим индустриальным партнерам, которые приняли участие в подготовке этих самых помещений для того, чтобы вы получили максимально возможное количество знаний. Всего в 58 субъектах России откроется 150 образовательных и производственных кластеров по 19 отраслям экономики, в том числе 3 в Самаре. Партнерами строительного кластера на базе колледжа имени Мачнева стали 8 образовательных учреждений и 8 компаний-работодателей региона.